Юные представители современного искусства России и ближнего зарубежья приехали в Самару на первый слет творческих организаций. Среди участников и художники в широком смысле этого слова, и продюсеры. Все они мечтают быть замеченными публикой, как в своем регионе, в своей стране, так и за рубежом. Поделиться опытом, как этого добиться, приехали более 80 институций из России и СНГ. Всего почти 200 участников. Приятно коллег увидеть воочию, приятно как-то наконец-таки пообщаться, обсудить какие-то вопросы. Придем к какому-нибудь хорошему решению, создастся что-то интересное, коммуникация наладится в конце концов, потому что многие связи оборвались ввиду пандемии. В прошлом году мероприятие провели в онлайн-формате, и сейчас местом встречи стала Самара. В течение нескольких дней для участников пройдут лекции, воркшопы и дискуссии на крупных культурных площадках города. Поздравила художников с грандиозным событием министр культуры Самарской области Татьяна Мардуляш. Этот слет, он не просто для всей России, он станет поворотным и для развития современного искусства в Самарской области, потому что в Самаре на это есть запрос. У нас современное искусство поддерживается и губернатором. Осталось только собрать эти ресурсы и сделать рывок в развитии современного искусства, чтобы оно стало неотъемлемой частью жителей каждого города Самарской области. Профессионалы в области современного искусства обсудят, как привлечь спонсоров для реализации проектов и выстроить отношения внутри коллектива, а также как реализовать творческие начинания. Мы ждем какого-то всплеска, появления большего количества мастерских, художников, грантов, какой-то успешной коммерческой галереи и больших фестивалей или проектов, которые бы раз в год стягивали бы все внимание российской общественности именно к Самаре. Инициатором проведения форума стали областные власти. Для того, чтобы быть в авангарде, быть впереди регионов и быть впереди, так сказать, планеты всей. И поэтому, конечно, очень отрадно видеть, когда наши какие-то самые космические идеи, самые сумасшедшие, они воплощаются в жизнь. И, честно сказать, от этого все счастливы. Это момент и пример именно консолидированной работы, которая приносит результаты и плоды. Кульминацией слета институции современного искусства станет концерт в формате шоу-кейс. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.